Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодняшнее стихотворение называется «Барабан». Вот барабан покрутили товарищи и друзья, имя мое объявили, и снова на сцене я. Не знаю, как получилось, и сам я не ожидал, но так уж в жизни сложилось, я запах сцены узнал. Теперь манит меня сцена по вторникам вечерам. Читаю самозабвенно все то, что придумал сам. Вот снова стою на сцене, вращается барабан. Еще несколько мгновений свой мир я открою вам. Спасибо. Приходите на мои выступления, кто в Лос-Анджелесе. Каждый вторник, 5043 Ван Нуйс Бульвар. Увидимся.